Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для BlockRace. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и получить ключ, я оставлю в подсказках. Когда посмотрите, я думаю, поймете. Сложного там, в принципе, ничего нету. А дальше, после того, как скачали чит в поиске, пишем нужный нам режим, нажимаем поиск, а потом переходим во вкладку Home, и вот находятся скрипты. А на этот режим есть два скрипта, сегодня в ролике буду показывать первый по счету. Чтобы его получить, нажимаем на него, дальше нажимаем кнопочку Get, вот появляется скрипт, мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, дальше нажимаем кнопочку Inject, и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично. Инжект прошел. Когда открывается вот этот сайт, вот эта вкладка, значит инжект у вас получился. А теперь можно ее закрыть, чтобы она нам не мешала. А дальше открываем опять чит и нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, пока он загрузится. Так, все, вот он загрузился. Давайте тестить. Первая функция — это бесконечные блоки. Нажимаем и смотрим. Так, меня почему-то перекидывает на другой сервер, и у меня вместо блоков написаны знаки вопроса. Так, интересно, сработала эта функция или нет, но скорее всего нет. Как видите, я собрал один блок, и у меня вернулись прошлые мои блоки, которые были. Ну, давайте проверим, может быть, работает. Нет, к сожалению, эта функция не работает. Скорее всего, она работала до этого, но ее пофиксили, я думаю. Так, заново активируем скрипт, потому что он пропал, то что мы перезашли на другой сервер. А следующая функция — это AutoRun, но для этого нам нужны блоки. Давайте включим сначала AutoCollect. И как видите, AutoCollect прекрасно работает. То есть все блоки, которые спавнятся на карте, они автоматически собираются ко мне. Отлично. Выключаем ее. Включаем функцию AutoRun и смотрим, как это работает. Да, как видите, AutoRun тоже работает. Все четко. И последняя функция — это у нас WinFarm. Так, давайте ее включим и посмотрим, что будет происходить. Так, меня куда-то перекинуло, но почему-то ничего не начислилось. Странно, может быть, из-за того, что у меня мало блоков. Давайте побольше блоков соберем и посмотрим, работает эта функция вообще или нет. В принципе, я думаю, этого количества достаточно будет. Так, и включаем функцию WinFarm. Ну, меня куда-то тпхает, но я не понимаю, почему победы не прибавляются. Очень странно. По идее, должны прибавляться. Но, скорее всего, наверное, эту функцию тоже пофиксили. Печально, конечно. Но ладно. В принципе, на этом у меня все. Буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Лейзбан. Всем удачи и пока.